мы здесь варим грибной суп. Так, нормально? Ну, главное, чтобы тебе было нормально. Два слова в камеру. Жим-жим. А Катину звезду? Бай. Чтоб я еще раз это... Это? Сюда. А почему все к нам это... К морю попом, а ты к нам попом? Ну, я энтузиаст. Я всегда люблю пользоваться какие-то новые варианты. Если все были прыгали так, я прыгал, но я наоборот. На самом деле так больше обосрали, то есть обосратушки как гораздо больше сильнее. Я сейчас сижу, и мне так мандрует. Может, ты каску оденешь? Нет, в каске не те ощущения. Ебать! Арик, а что ты в женском халате? Прыгайте! Мы здесь варим грибной суп. Не физически. Гребаный гибастос. Блин. Блядь. Я уже чуть не прыгнул. Ой, нет, стой, у меня запутано здесь все. Ты мамаш низко. Низко? Да. Не, нормально. Ты просто пролетел где-то мимо объектива у меня. Жим-жим. Переодевайся, узнаешь. Это нельзя рассказать. Скромный ответ. Это надо почувствовать. Мы здесь варим грибной суп. Тут да. Уже так скользко стало. Похоже, что не проделан был только прыжок в горячий обувь. Мокро и очень скользко, ребята, вот здесь вот кто будет стоять. Потом я вынырну и скажу, жизнь говно. Готовы? Только помедленнее. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Пусть! Там рыба плавает. Ужас. Да. Смотри, она страшно. Тоже об этом думает. Я там плаваю и ужас. Блин, смотри, страшно. Он знает. Мы здесь варим грибной суп. 1, 0. Пошел. Я сду! Да не, не вода нужна.
есть один карабин. А ты не будешь там? Это, по-моему, выглядит. Он внутри. Страшно. Внутри лежат твои клапаны. Мы здесь варим грибной суп. В камеру сваришь тут. Это запчасти? Это ножки от грибов. А. Сломается. Хорошо пошло, видимо. Сломается. Ну, бери по частям. Все? Марику голову дайте. Не Марику. Он же про голову рассказывал. Это совсем... Игорь!